Тарази. Это самая дорогая школа на Земле и одна из старейших. Она основана в 1880 году. Здесь учатся 400 ребят от 8 до 16 лет. Обучение ведется на английском и французском языках. Лето и межсезонье студенты проводят в роскошном средневековом замке в городе Роль на берегу Женевского озера, а на зиму перебираются в горную резиденцию. Обучение в Лерази направлено не только на академические результаты, но и на личностное развитие детей. Кроме богатой учебной инфраструктуры, здесь есть все для занятий спортом, а также множество кружков и секций. Постоянно организуются экскурсии, кинопоказы и конференции.